Так, всем привет. Что-то мне подсказывает, что я сегодня рипнусь. Потому что я проснулся, короче, и я почувствовал, что я заболел. Ну, типа, знаете, такое першение в горле и слабость небольшая. Я перед стримом побегал, но не знаю, поможет ли. Так, ну что, поехали. А где Соколов? Пятый уровень, чешу. Чилишь? А где выход? Я еще не закончу уровень. Я не знаю, куда дальше ехать. Надо поставить в квесте. Вообще, мне какая-то засада будет ждать. К шлюпке. А где шлюпка? В нижней авене? Ну, наверное, в самом начале. Это логично. Вопрос, будет ли засада? Страшный звук. Вот это эти стражники. What? А это еще что, блядь, я не понял. Тогда надо забагались или что? Так, я не понял, меня тут еще ожидают, блядь. Прекрасно. Так, ну... Не нужно кланяться. Нужно ее отстрелить. Вчера впервые в жизни залпом посмотрел твои два прохождения Детройта. Занятно, что ты сразу чувствуешь суть вещей и говоришь дельные темы. Как бы кто ни шутил, ты умный. Сегодня приснилось, что ты мне вбрил ноги. Тахаикс. Пиздец, концовка доната. Я уже думал сказать спасибо, но... Помолчи. Ну, типа, надо ее отстрелить папаня, как-то? Привет. Так я не вижу. У меня завтра экзамен. Вот. Пожелай мне удачи. Удачи. Удачи тебе в Дисхонор или как его там. Я амулет так и не нашел. Какие-то бандитки меня караулят здесь или бандитка. Ты где, дура? А вот она сидит. Кто это? Что это? Блядь, нету болтов нормальных. Чем ее убивать? Зажигательным. Ладно, таким. Че за дуры? Ведьма? В каком плане ведьма, блядь? Почему она ведьма? Бля. А сколько их здесь еще меня ждет? Так кинь ее сюда в люк, блин. Ты способен? Да, вон. Уехали! You did it. How is he? Frail and wounded, but he'll recover. Что с текстурой? You must have a story to tell. I'll hear it back at the ship. Поехали. Ну, типа, что мне еще тут осталось? Возвращаться за теми амулетами, которых я не могу найти. Ну, блин. Придется пропустить. All right. Так. Поднята тревога одна? Это кто поднял тревогу? Когда? Руны 6 из 6, алтарь чужого 1 из 1, амулеты 6 из 8. Деньги, пропустил очень много, очень много. Я еще чертеж проебал, блин, обидно. Так-то дохуя. Так-то дохуя проебал. Не, ну там понятно, что я дохуя проебал. Просто боялся в том особняке ходить, я боялся застрять между стен. Там еще два робота было живых, кстати, если вы помните. Еще один странный визит, вы проснулись со странным чувством. Опять этот чужой? Что-то от меня хочет. Или? The void
again. Блять. But it feels different. Проверьтесь через бездну. Что ты от меня хочешь постоянно? Surprised I can pull you into this place. Lol. The outsider marked me long ago. I made you flee your precious tower and turned Emily into cold stone. How difficult for you. But when I was young, sweet Jessamine and I were closer sisters, sharing a secret. Emperor Caldwin had another daughter, born in shame to a kitchen maid. What's she playing at? Maybe how is the question. I told you, when you're older, I've missed you. You said that last year. Jessamine's younger than me, and she's a court every day. Jessamine's, well, it's complicated. You understand something? What did I do? All the good, I swear. Next year, I promise. Что дальше? Не, прыгать? During the day, Jessamine and I played games in the tower. But at night, I'd go back to the servants' quarters for cockroaches and thin gruel. Emperor Daddy would visit and tell me. Как корва мог о ней не знать? Next year, I'd be old enough to come to court to be a princess. Then one day, pretty Jessamine broke something worth a fortune, and the spymaster caught us. She claimed I did it, and he whipped me in the garden house until I bled. My mother lost her kitchen job, and that night we were out on the streets with no place to sleep. I didn't break it. Would you like to tell me again? We were just playing. Never mind, Jessamine. What's your name? It was her. Как обычно, сюжет не очень. По-моему, Корва был достаточно, ну, в близких отношениях с этой императрицей. Как это он никогда не знал о какой-то там сестре? Сомнительно это все. Хуй знает. Mother and I saw the nastiest parts of Dunwall, ending up in debtor's prison. Jessamine died quick on an assassin's blade, but my mother lingered for weeks after a fat guard broke her jaw. They threw me out when she died. I looked up at the lights of Dunwall Tower and swore revenge. Washing bedsheets in a brothel, I painted on the side until Anton Sokolov took me as a student. That's the polite word for it. I was crafty even before the outsider marked me and survived the worst the Empire could offer. Now it's your turn. Mother kicked off while you were out begging. She's another bag of bones now, girl. What? No! Your sentence is served and you'll be tossed out with the others. You can't stay here anymore. How much of this is true, and how much is Delilah's warped imagination? Вопрос, как ты вообще ничего об этом знать не мог? When I saw what they'd done to Anton Sokolov, I wanted to hurt everyone who'd helped Delilah and the Duke of Cirkonos pull off their coup. Sokolov is the man who made whale oil into a weapon, who turned back the plague, and now he's barely able to speak. The hands that painted the most powerful men and women of our time shake too badly to hold a spoon. When he does talk, he's going to give me a name. The next step along the way to Duke Luca Abel. Then Delilah herself. A name. A name. That's all I need. Да что сразу этого герцога Дюка Абеля не убить? Это что? Jessamine, Delilah's stronger now. Am I to blame for Delilah's bitterness? All this is her doing, and she'll die for it. Our decisions have weight. I feel my time drawing to an end. Soon. Амулеты? Что за амулеты?
Мне следовало сказать тебе это лично, но это непросто. Спасибо за разрешение Антона. Что бы я делал, если бы он не бродил тут по кораблю, бормоча и поглаживая свою сальную бороду? Так он уже проснулся? Я хотела найти его сама, но когда узнала, что, через что пришлось пройти тебя, немало впечатлилась. Вот тебе, в общем, бутылка из капитанских запасов. Мне ее дал аристократ, желавший срочно покинуть Карнаку. Теперь, когда Антон снова с нами, она тебе понадобится. Она ведь храпит так, что переборки трясутся. Меган. Что за амулеты? Удача дуэлянта, милость бездны. Так. Есть мастерство дуэлянта. Что такое удача дуэлянта? В коробке может оказаться плюс одна пистолетная пуля. Иногда сверхъестественные умения не расходуют ману. Абсолютно бесполезная супер-мега-хуйня! Сейчас будем крафтить амулеты. Чтобы рипнуться через 5 минут. Он ничего не дописывает никогда, там нету нового текста. Настя, дневник ведешь, чел. Чел. Цверк, цверк. Секунду. Где они разговаривают? What's wrong with people like that? A restless mind and an empty heart, perhaps. Я не разобьюсь здесь. I appreciate what Corbin did for me, freeing me from that place. I searched for you, Anton. I would have found you. I knew you'd try, Megan. They kept me going. After they gave me to Jindosh. Either. Anton, you've had 3 days to rest. Tell me how to kill Delilah. They tortured him. His body is covered with bruises. Delilah has the throne and she has Emily. Anton, once we had you in a cage and you dared us to kill you, I need that man back. Kovo, she's right. I can make electricity move from one side of the room to the other, but Delilah is beyond my understanding. When I came to Cirkonos, I meant to leave everything behind. But when the assassination started, I couldn't ignore it. By the time Megan and I connected the murders to the Duke, it was too late. The Crown Killer came for me. It kept me alive from my knowledge, but I saw things. Jindosh often had a visitor, Brianna Ashworth. My next target. Royal Conservatory. Yes, Ashworth is dangerous, as obsessed with the occult as Delilah. Такая она злобная на этой фотке. She's working on a device called the Oraculum. There's more to her than either of you know. If Ashworth is one of Delilah's lieutenants, I need to eliminate her. Who knows what this device is capable of, or what she's up to. Sam, это мой квест. Wake me when Karnaca starts to burn. What a painting that will make. Так, ну чё? Поехали. Только сейчас покрафчу амулет и потащу, что оно делает. Так. Сначала пожертвовать эти бесполезные. Где этот кусок говна? Удача дуэлянта. Милость бездны. Так, в принципе, можно все жертвовать, если я создаю чуть-чуть тремя эффектами, да? Значит, смотрите. Я могу на один амулет сделать миллион острых глазов. Правильно? Блин, это прикольно. Типа, надо сделать один супер амулет, который, ну, у меня арбалетный. Так, хорошо. Не крабся. Амулет создан. Все. Чи?
Ваши пули наносят немного больше урона x4 и... Окей, острый глаз, острый глаз, острый глаз. Ну я надеюсь, оно так работает, блять, оно должно так работать. Пиздец, это было бы справедливо. А где имя амулета? Почему, блять, называется созданный амулет 3? Или там созданный амулет 2? Если оно не так работает, если оно, блять, не стакается, какой в этом смысл, я не знаю. Так, ну я надеюсь, оно работает так, как задумано. Только главное, чтобы оно работало, а ну проверим. О, по-моему, о, смотрите. По-моему, я реально быстро двигаюсь в скрытном режиме, разве нет? Я двигаюсь в скрытом режиме буквально на уровне... Вот мое дефолтное передвижение, вот скрытный режим. Даже скорость, даже быстрее! Или чё, блин, посмотрите. Я супер быстрый. Так оно стакается, получается. Оно именно стакается, как и... О, так оно вообще жестко. Теперь должен всех ваншотать, по идее, что с пистолета, что с арбалета. That's as far as I can take you. Ready to go? I'm ready. Yes, let's go. Let's go. Так, я так понимаю, магазина не будет на следующем уровне или будет? Надеюсь, будет. Пока что магазины были через уровень. There'll be a grand guard presence outside the Royal Conservatory. Inside. Be prepared for anything. Ashworth runs with an eclectic crowd. They'll be the real danger. Someday I'd like to know more about how you met Ashworth. I know you would. Trust me. Ashworth is important to Delilah. Which brings up something else. You might be able to exploit the Abbey of the Everyman in removing Ashworth from play. Turns out the Vice Overseer in Karnaca has been watching Ashworth. From a hidden outpost near the Royal Conservatory. Так что предлагаешь сделать? Check it out first if you want more options. More options. Remember, if she's still working уровень, with Delilah, Ashworth is a grave threat. Thanks, Megan. See you soon. На тот же уровень, правильно? Или нет? Или нет? Могу понять. Выяснить, что знает наместник Бирн. Узнать, чем занимается Брианна. Так, сколько у меня денег? Я бы магазин, наверное, хотел снова, да? Да, денег дохуя, 2334. Это тот же уровень или нет? Он похож очень сильно на предыдущий. Так, руна рядом. Ох, ебать амулетов. Так, где опасность? Помолчи. Как же казуал радуется перекачу. Реалистично, не правда ли? Перекачу, в смысле, перекачу. Даже тут перекач. Чел, ты только не плачь. У тебя везде перекач. Хейтер, ты только не плачь. Гайс, я просто прохожу мимо. Окей. Так, походу их надо поддушить. Белиаль лишь дрочит член своими огромными развратными сиськами. Чего, блядь? Крепко сжимая их в руках. Две колоссальные висящие дойки ритмически скользят Айлиш? По налитому стволу, готовому взорваться кончи в любой момент. Еби моё сучье вымя. Минус. Я это за паста. Я за хуя-то. Ла 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 ла. Работяга, не сопротивляйся. Так, кого следующего придушить? Этого чела, наверное. Не понял, блядь, ты чё? Чё ты агришься? Блядь. Там чел убежал, это очень плохо. Блядь. Стражники стоят перед стеной, правильно, или как? Помолчи. МБ, переименуешь канал на РТС, запятая, все так, и ты теперь связан с гачкой культуры, да, и стертым седлом... Да что за хуйня, что, блядь? Что, я не связан? Чё, блядь? Твоего бати тёртое седло! Он только не разворачивайся, блядь. А, он заметил, что он просто ушел, блядь, бля, прикольно.
Обычно в стелс-играх такого нету, знаете, то, что чел пропал, а другой спрашивает: «Эй, куда ты делся?» Блин, это реально прикольно. Типа он уже знает, что я здесь, блядь, или что? Но я ж не издавал звуков. Может, он просто ушел, блядь, твой друг? Так, этого нужно придушить, да? Желательно. Тут реально пройти? Я поставил мину там, я надеюсь, они взорвутся. Блять, все пошло не так. О, мина сработала. Ой, сейчас сработала. Ну что, уроды. Ты не видел меня, блять? А где, кстати, мои баки с формами? Я бы в них покидал. Они где-то тут были. Или не повыше. Ребята, что такое? Опа! Вот и все! Так, и тут мы сработали троих. Идеально. Блин, мина отработала себя на 100%. Просто идеально. Ну то, что, конечно, то, что я попался, это, конечно, не идеально, но что поделать. Бля, надо врываться. Че я жду? Now it's only me, как говорится. Блин, боялся, что сейчас почему-то ударю взрывчатому. Сколько стражников осталось? Ноль. Тогда, по идее, можно лутаться начинать. Куда это проход? Это что за чел? Или он был мертвый? Помолчи. Привет. Меня отправляют скоро в армию ВСРФ на срочку. Минус один год жизни. Кстати, представляешь ли ты возможность отправиться на войну в один день? И вообще, как ты думаешь, когда все закончатся? Да откуда я знаю, когда все закончится? У меня что, доступ есть какой-то, ну, к, блин, к высшим там правительствам? Каких-либо стран или что, блин? Или какой-то государственной тайне? Как я могу, ну, типа, знать, когда закончится что? Ясно только одно. Чем раньше, тем лучше. А делать какие-либо предсказания, ну, типа, неблагодарное дело. Он тут один хоть, я надеюсь. Какого? Почему его сразу не смог задушить? Странная игра работает. Не понял. Это кто? Ты кто? I won't lie. That silver pipe he was smoking the other night, it made him tremendously more attractive. Who are you? Что с ней сделать? Блин, какой я быстрый вставился, жесть. How hot can it be to clean a few things? Кто это такая? Что с ней сделать? Honestly, why do I pay for a house full of servants when they don't do anything? А как ее оглушить? Я не понимаю. Здравствуйте! Ладно, я тут похожу у тебя. Hello! Hello! Только поняла, блять, когда я вот так вот... Здорово! Здорово! Сейчас... Это она спит, она выглядит, как будто она погибла уже, блядь, 100 лет назад. В такой позе. Карга старая. И что здесь? Мы тут... жили? Цвырк, 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 цвырк! Цвырк, цвырк!
Там я был, здесь еще нет. А здесь еще не был. Блять. Хотел послушать, это опять сирена, но меня кто-то заметил в это время, блять. Блять. Фак, what the fuck, блять! Шлюха ёбаная, давай, заходите сюда, давай, давай, тварь ёбаная, я не знаю, что это там такое, блядь! Это ведьмы эти? А почему ты заодно с ведьмами, блядь? Гвардейка. Хэл, блядь, там вообще на улице какая-то хрень творилась. Я пересрал, пиздец. Стражницу убить, а ту оглушить. Чем ты ее сбросил? Я думал, вы любовницы? Я не могу понять, где я нахожусь. Я запутался уже. В этом доме я был? Вот в этом. Вроде был. Или нет? Я здесь не был. А где? А, окей, все, я понял, где. На еле-еличах. Страшно вырубаю, блять. Лаки, а оно ваншотает или нет? Я даже не в курсе. Оно ваншотает или нет? Еще одна. Хотя бы... А что бы мне было? У меня бы стрелял стенающий болт, и чё? По ноге, правильно? Я бы не умер. Блять, тихо, не пугайте. Тихо. О, это алтарь чужого, это две руны! Вкусно! Leaving a trail of bloody boot prints across this dying city. Brianna Ashworth would have been miserable as a member of high society, forced to wed some bloated banker. Her only moments of real freedom, getting drunk at fancy balls, and slipping away to couple with strangers. It would have ended in an unhappy marriage and a late night plunge into an icy river. But just before mother and father married her off, so many years ago, she found Delilah instead. It was all highways and grounds. Не знаю, зачем мне история про этого персонажа, которого собираюсь сейчас убить. Looking back, Vice Overseer Byrne is an ambitious man, but he believes in the Abbey's mission, protecting the good people of the Empire against the likes of us. You know he'd be happier deep down. If this ended with Brianna Ashworth's head on a spike, maybe yours as well. Как обычно, чел ни о чем вообще подрассказал. Ну вот сюжет, как бы атмосфера, скажем так, которую он пытается создать, вообще ни о чем. Сильная сторона этой игры — это геймплей, но сюжет у меня столько вот вообще столько какой-то вторичный, третичный. Этот чел вообще нихуя не харизматичный. В первой части он был намного харизматичнее. Ну, если его таким вообще можно было назвать. Стражники еще остались хоть? Там вообще столько баков с ворованием. Интересно, на что они мне? Кого я взрывать буду? Бля, я не вижу, куда я его кидаю. По-моему, я не попал. Блять. У меня увидел или что? It's you and me now! Короче, обосрался, как обычно, но все было хорошо. Все прошло заебись.
Так, мне много чего нужно полутать. Она сломана, типа, да? Хуй знает, где я был, где я не был. Чё, двери закрыты все? Помолчи. Папаня, привет. Как ты? Как у вас обстановка? Действительно жаль, что у тебя происходит. Да бомбят постоянно, блять. Спасибо, что радуешь контентом и казиком. Ну это действительно... Здоровья тебе. Ну это действительно как террор, потому что буквально эти вот сирены, они сейчас уже снова каждый день, типа как когда было начало этой войны. Последнюю неделю буквально где-то каждый день там по две, ну как, там две утром, там две-три вечером, ночью там обе одна еще. Сейчас где-то последнюю неделю, вот каждый день. Хуярят 24 на 7. Я точно не знаю, но что-то, по-моему, в области разбомбили. Осталось наступить только на гранату какую-то. Лучше я выпью эликсир. Бля, представьте, в реальной жизни от ОС отмахиваться ножом, блядь. Какие шансы? 0%. Пиздец. У меня у ножа АОЕ как у Battle Fury. Да нет, даже два Battle Fury. Реально купил два Battle Fury, один нож. Клифф. Пиздец. Не понял. Ловушка? А как она должна была сработать? Или она уже сработала? Ха. Я этого не видел. Ну, как бы, ну, там нечего было видеть, потому что она уже сработала, я так понял. Она его убила? Блять, ну, конечно... What? Что нахуй? Еще. Сколько можно, блин? Микрочелик. Почему в этой игре нельзя кидаться крысами, знаете, как для какого-то там испуга, для приманивания врагов, типа взял крысу в руку, кинул стражнику в голову. Он такой: «Ааа, блядь!» Или из девки стражницы кинуть в голову крысу, прикиньте, как было бы реалистично. Вот этим вот гвардейкам кидать им в башку крысу, чтобы они с уровня убегали просто. А чё? Реалистично? На самом деле, реально реалистично, блядь, что, типа, ну, что, нельзя ИРЛ скинуть девке на голову крысу, она убежит вообще с карты. Опа, прохит. I need to find out how a sword through the heart wasn't enough to kill our new empress, Delilah. After traveling to the grave house for weeks, she gave up. You should have seen the twisted things she made. All snouts and teeth and tails. That's just the way it is, dear Parmelia. Может их убить? Блять, это ведьмы. Их надо убивать. Вопрос, сколько их здесь? На мину поставить, на всякий случай, если я захочу сюда отступить. Вот сюда вот. Я идиот. Бать, я даун, конечно, что я себе под ноги поставил мину. Без комментариев! Короче, я убил рандомную девку, да, и ведьма на меня телепортировалась. Что я сделал? Я под ноги мину поставил, да ёбаный рот. Найс, гениально. Гениально сыграл, как обычно. Это чё? Не понял. Это что такое, блять? Выглядит стрёмно. Что это такое? Мне это не нравится, как оно выглядит. Может сначала гранату кинуть, а потом думать? Что это такое? Блять. Как хуяно, что он ваншотает. Все-таки найс. Что там было такое, блин? А что я должен делать? Я не понимаю, что это. Здорово, дуры! Твари. И что? Где еще одна? Мне пистолет ваншотает, потому что у меня... у меня амулет охуенный. Потому что у меня амулет на мастерство... Вот это вот. Ваши пули носят немного больше урона. Вау. Мне пистолет ваншотает ведьм. Кайф. Это охуенно, это я понимаю.
Что это за хуйня здесь была? Я ее убил? Не знаю, что это было, но я это уничтожил. Что это такое? Я не понимаю. Это можно ножом убить? Я боюсь к этому подходить, к этой хуйне. Куда оно пропало? Помолчи. О, ням. Виталий Папич Артрас. Здравствуй. Меня зовут Людмила. Вихрь. 60 лет. Живу в Челябинске. Ты почему двери не ломаешь своим сильным жестким клинком? Все ключи ищешь. А ключ к моему сердцу. Твоя улыбка и твое брюшко. Я знаю, что можно дверь сломать. Я же сказал, что типа ее можно сломать. Просто это, по-моему, создает много шума, и тогда прибежит огромное количество врагов. Хуй знает. Чешу. Типа обойду пока для начала. Скорость так и клинком немного увеличена. А теперь чекайте, что мы делаем. Чекайте. Вот это я разумею. Скорость атак клинком немного увеличена. Немного. А теперь чекайте. Разбить. Разбить. И создать. Опа, вихрь. Все, что, короче, в бой, да, вот это все, что увеличивает, ну, бой, в общем, ну, параметры боевые. Я все делаю по 4 амулета в один амулет. Ну, по 4 этих обилки в один амулет. И оно мне x4 получается. Это жесткий абуз. Не зря я это прокачал. Это жестко. Сейчас буду. Поехали. Только не оскверняйся, плиз. Я даже боюсь представить скорость атаки теперь, когда я присел. Давайте почекаем. Это без приседания. А теперь с приседанием, лол. Это реально быстро, по-моему. Не знаю. Ну давайте, давайте, давай! Я вообще не чувствую теперь! Ебать, быстро! Вот это жесткая тема, конечно. X4 запихнуть в один амулет, это я найс придумал. Блядь, стрёмно. Собака. С кем она разговаривает? Со статуей? Две собаки, они какие-то карабчиные, блядь. What? Вот и все, сучара поганая. Не знаю, как она пережила гра... Это что было? Это она в меня кинула ножи? Я не знаю, как это в меня не попало. Но я рад, блять. У меня удача вкачана тоже на максимум, походу. Вот ты, блять. Не хотел даже узнавать, выяснять, какой там второй способ пройти этот квест. Как бы меня это не интересует. По-моему, только что был безопасный вариант это закончить. Brianna Ashworth is dead. You murdering bastard! You had no right. You couldn't possibly understand what Brianna meant to me. Just as I doubt you have any idea what I'd do to keep Emily from harm. Perhaps I'll dig a hammer to her tonight and drop the pieces over the side of a ship halfway to Pandysia. Going to end your reign soon, Delilah. Your sword can't still my heart, but I welcome you to try. Об этом я не подумал, она же действительно может ее просто разбить. Ну да. Сначала делаем, потом думаем. Ну, если бы она хотела ее убить, она бы ее изначально убила, разве нет? Так, я сделал квест, все, осталось полутаться. Так-то было, изи, как обычно, и кто там говорит, что я не смогу пройти игру на хардкоре? Прохожу пока что, не чувствую. Сейчас ебалом, хейтерки. Вообще все эти ведьмы мне не нравятся, я их даже не душу, если вы заметили, я их всех буду убивать. Эти ведьмы мерзкие. Где-то я хилку здесь не забрал. А, это лифт еще, наверх можно поехать, там черный амулет. А где хилка, блин? А, руна вон еще, прямо здесь. Окей.
Не понял? Сколько их там? Откуда они? Не понял? Блять, ебать! О, это было близко! Фу! Она меня почти убила. Я не думал, что там еще кто-то остался. Ай, ебать, они дамажат. Блин, это я пересрал только что. Это было близко. Так, ну что, гайс, можно считать, что я прошел очередной уровень? Я не умер, что с ебалом. Я, по-моему, стал мастером Dishonored'а. Там в чате написали, что у меня 6 муншартов. Оно реально похоже, как будто у меня 6 муншартов. Ням. Удары кровопийцы. Блин, звучит как вампиризм, пожалуйста, плиз. При ударах клинком или убийствах вы получаете здоровье. Все. Вот это я разумею. Нашел жесткий черный амулет. Наконец-то повезло. При ударах клинком или убийствах вы получаете здоровье. Ну, ебало, представили? Вот это я понимаю, амулетик. Хотя, с другой стороны, меня будет байтить на то, чтобы я ножом, ну, дрался чаще. И это будет байтить меня на смерть. Помолчи. Мужчина крепко сжимал сиськи, ритмично дергая их вниз. Из бешено стоящих, торчащих сосков в эмалированное ведро начинало капать молозья. Влагалище Дили раскрылось и текло, и Айлин боялась, что это ей начинает нравиться, дойка. Айлиш, бля. Я могу просто войти сюда? Меня ебало не разобьют? Ух ты ё... Ожидаемо, гайс. Обосрался. Но мину я поставил, окей, что дальше? Одна была? Let's have a look around. Звук баганулся. Одна умерла. Я не понял, что случилось. Откуда ты взялась, шлюха ёбаная? Ведьмы плюс стражники одновременно? Какого хуя ведьмы плюс стражники одновременно? Так, я не понял. Блять. Блять, это... А они с ними дерутся? Стражники с ведьмами? What the F, блять? Ебать, что происходит? Она вообще прыгает как бешеная. Блять! Окей. Ебать, стрёмно вообще. Бать, я боюсь! Сука! Как-то кого-то еще разорвало там. Блять, что происходит нахуй? Я что думал, почему стражники и ведьмы заодно? Но нет, вроде все нормально. Окей, ведьму разорвало? Ловушки спрокнули уже, да? По-моему, не прокнули обе. Все? Спокойно? Чё б творится нахуй? Какие-то красные ножики ихние. Что она с ним сделала? А где еще ведьмы могут быть? Если они могут быть здесь. Короче, в принципе, я прошел уровень. Я уже тут, наверное, ничего не угрожает. Я уже дошел до конца, убил стражника, ведьм. Я хз. Что мне еще может угрожать? Не почувствовал, как обычно. Сюда! Тупо оф с честью. Прямо вот с честью. С честью. Второй подряд. Второй подряд. Сколько из 10 игра? Ну, мне вот охуенно, мне вообще охуенно играть. С хардкор режимом игра минимум 7 из 10, или даже 7,5 из 10. Даже 7,5. Если без хардкор режима играть, если играть с целыми лодами, как я играл первую часть, то это от силы 4,5 или 5 из 10. Вот, вот мое, вот так вот. Так чувствую. Все, давайте, газ.